Всем привет, Днепр на связи. Ну что, друзья, вот и к вечеру у нас дело идет. Видите, что Угледар плюс Днепро было. Только что девочки при мне Д и Н убрали. Угледар плюс Днепро, и тут было сердечко. Любовь. Что у нас на повестке дня на данный момент? Ну, в принципе, ничего не поменялось. Взрывы звучали в Харькове, после чего жители сообщали о перебоях с электроэнергией. Видно было два столба дыма. Ну, мэр прокомментировал так, что в одном из центральных районов города прилет по лесополосе. Я не особо разбираюсь в Харькове, но прикольно, если там в центральной части города есть лесополоса. Так, так у нас, друзья, видите. В принципе, день спокойный. Сейчас будет очень... Это историческое здание, которое разваливают за вот этой стеной, строят жилой комплекс Корбана. А тут фазаны. Видите, какая ляпота. Птицы. Птицы такие есть, фазаны, или фазаны, как правильно, наверное, фазаны. Водопады все, фонтаны все, короче, очень печально. Законсервировали на зиму. Там свидетели Иеговы с двумя тачками. Сказка. Город мечта, видите, сидят, тут бухают двое, а там сидят свидетели Иеговы. Город контрастов. Зайти вот так. Ладно, что просили. Сколько народу, аж страшно. Блин, тут музыка играет. Надеюсь, что она из-за нее не заблокирует это видео. И тут будет звук. А если звука не будет, значит, что-то пошло не так, друзья. Конфеты всякие, потому что прилетают предупреждения, если музыка играет. Ну, сейчас побырю-ка так. Если что, ставьте на стоп-кадр. Тихо, пролезешь. Это магазин любимого сына Петра Алексеевича. И вечерний Петр Алексеевич Крузенштерн. Минутка юмора на барабане. Угу. Ответы. Ну, точно видео сейчас будет без звука. Потому что авариус. Торты. После 8 минус 25. Как киевский торт. Вот, кому интересна цена. Торт грильяж. Пражский, говорят, очень вкусный. Трюфельный, золотой Петя. Что-то везде происходит. Обстановка в Рушене, писали мне в комментариях, просили показать именно вот эту киевскую тему. Петя Алексеевич косит баблишко. Вот таких вот в магазинах. А что мне жить на широкую ногу на таком движе. Тут сейчас дядька будет играть на трубке. Продолжаем наш цикл передач. Торгует зелеными цветами и будет играть сейчас на дудке. Продолжаем просто цикл передач. Вроде Днепр. О, реальной обстановке. Реальная обстановка у нас такова. Кстати, есть шанс встретить великого и ужасного пана Лютика. Тут уже возле
Пьяная вишня, по-моему, барабанит. Это еще не вечер. А я такая готовится барабанить. Лютика еще не видно. Если кажется, будет сейчас на барабанах, хуй его пашить будет, мама, не горби. Уже начал. Он сегодня что-то один. Их обычно двое, но одного, наверное, забрали. А тут был Ленин. А теперь, говорят, будет памятник Филатову и Корбану. Представляете, лупанут памятник, сказали. Ну это прикольно вообще, must have, я считаю. Памятник Корбану, это сильно, это то, что надо. А реально, вот так подумай, человек за границей вообще уже больше 2 лет, а влияние в городе у него больше, чем у мэра. Ему принадлежит, надра нашего города принадлежат. Это очень интересно, кстати. Ну реально, таких людей поискать да поискать. Центральный универмаг, вывеска еще с бородатых годов так и не менялась. Хорошо это или плохо, фиг его знает. Пассаж. Это меня уже примет полиция как агента. Я хочу, чтобы обо мне написали в новостях. А, остановили чувака за что-то. Тормознули за что-то чувака. Хочу, чтобы меня вот это задержали и сказали, ага, агент, агент. А я буду кричать, не виноватая я. Он сам пришел. Классный план. Главное, надежный, как швейцарские часы. Думаете, зачем вот эти зеленые мешки на балконах? Это потому, что эти балконы обваливаются. И чтобы их не ремонтировать, но чтобы голову никому не разбило автомобиль там, они взяли эти мешки, натянули. Так и живем. И за горами, за лесами, сказочная страна. Там звёхты, это что новенькое с машины. Вот такой бэхик, везли цветы и косят. Тут конкурирующая фирма. Лютика не видно. Хотелось, конечно, интервью. А, вон он сидит, Лютик. Ха-ха. Вон он. Короче, если хотите Лютика, посмотрите следующее видео и насобирайте на Лютик. И насобираете лайков под этим. И тогда будет Лютик. А так помните, что Бог любит вас. Всем спасибо и до нового выхода на связь. Всем удачи.